Приветствую всех, друзья! Лена Голд из Майами. Хочу поделиться с вами заявлением генерала французской армии Кристиана Бланшона. «Сила, мощь, красота». Читаю дословно, слушайте. «Даже если бы я был полностью вакцинированным, я бы любовался невакцинированными, которые выдержали даже под столь большим давлением, какое я когда-либо видел, в том числе со стороны супругов, родителей, детей, друзей, коллег и врачей. Те, кто имеет волю для подобной демонстрации характера, такой храбрости, такой критичности, являются лучшим олицетворением человечности. Мы видим таких людей повсюду, во всех возрастных группах, во всех странах и среди имеющих различные мнения. Они особенные, эти солдаты, которых любая сражающаяся за светлые идеи армия хотела бы видеть в своих рядах. Это родители, которых хотел бы иметь каждый ребенок, и дети, которых хотел бы иметь любой родитель. Они существа, превосходящие средний уровень общества. Они являются ядром нации, которые создавали культуры и завоевывали горизонты. Они здесь, рядом с нами, они выглядят как обычные люди, но на самом деле они супергерои. Они смогли сделать то, что другие не смогли. Они были как деревья посреди шторма из оскорблений, дискриминации и отходов общества. И они сделали это, так как считали, что они одни, и верили, что они одни. Отставленные от семейного рождественского стола, что может быть еще более жестоким? Они теряли свою работу, их карьера разваливалась, у них не было денег, но они об этом не думали. Они терпели невиданную дискриминацию, отторжение, предательство и унижение, но они продолжали. Никогда еще в истории человечества не было подобного кастинга, и теперь мы знаем, кто на планете Земля является силой сопротивления. Женщины, мужчины, старые, молодые, богатые, бедные, все расы и религии, невакцинированные, избранные, единственные, кому удалось выдержать даже тогда, когда все остальное вокруг рушилось. Вы те, кто прошел сквозь испытания, которые не преодолевали ни морские пехотинцы, ни спецназовцы, ни зеленые береты, ни астронавты, ни самые сильные гении. Это самые ценные люди, которых я когда-либо видел. Герои среди обычных людей, сияющие во тьме. Кристиан Бланшон, генерал армии Франции. Ребята, это о нас. Продолжаем в том же духе. Держимся до победного конца. И силы света возьмут свое. Все засияет ярко.